Карандашом для глаз графитового оттенка прокрасьте слизистую на нижнем веке. Добавьте цветной акцент, проведя изумрудную линию карандашом с переливающейся текстурой. Растушуйте кистью, сделав границы мягче. Жидкие тени тет-а-тет с эффектом металлик нанесите с помощью аппликатора во внутренний уголок глаза, затем проведите линию до середины глаза. Пройдитесь тенями по всему подвижному веку. Нижние ресницы прокрасьте тушью цвета хаки, на верхние нанесите классический черный. Ягодная помада с полуматовой текстурой будет выигрышно сочетаться с цветами, использованными в макияже глаз. Коричневый гель для бровей придаст бровям идеальную форму и станет завершающим штрихом.